Бывают ситуации, когда твои друзья переоценивают свои силы. Ну и что, что Мик приезжал плавать на это озеро, когда был маленьким? Сегодня дно озера может быть совсем другим. Никогда не знаю, что могли выбросить в воду люди, которые отдыхали здесь до нас. Разбитые бутылки, автомобильные запчасти или острые ветки могут стать причиной серьезной травмы для твоего друга. И вообще, не стоит торопиться заходить в воду, особенно если речь идет о неизвестном месте. Самое страшное – это прыгать в воду в незнакомом месте. Ежегодно несколько молодых людей гибнут или становятся инвалидами по причине травм позвоночника. Как правило, степень тяжести паралича зависит от того, в каком месте был поврежден позвоночник. При повреждении самых высоких шейных позвонков, как правило, наступает мгновенная смерть. Чем ниже находится травма, тем более вероятно, что будут двигаться глаза, шея, плечи или руки. Иногда смерть наступает только лишь через несколько десятков лет паралича. Такой судьбы никому не пожелаешь.